Нас сюда позвали наши новые друзья. А мы обещали им построить самый большой трамплин для машинок. С ребятами из Rev'n'Roll можно воплотить самые безумные идеи. Меня больше мыть не надо. Что вы делаете? Не надо. Эксперимент закончен. Ага. Мультимир шоу. Ой, ребят, всем привет. Вы на канале Мультимир шоу. Мы с мимимишками находимся, угадайте где? В городке Fender Bend. В этом городке у каждого жителя есть свой уникальный четырехколесный друг. Нас сюда позвали наши новые друзья, герои Rev'n'Roll. А мы обещали им построить самый большой трамплин для машинок. Я даже с собой строительный кран взял. А вот где мимишки, я не знаю. Договаривались же. В 3 часа на пустыре. Ну да ладно. В этом городе все любят скорость и развлечения. Сейчас я вас познакомлю со своими друзьями, которые всегда готовы веселиться. Вон они! Ребята! Сюда! Сюда! Что, Элли, погладить тебя? А где Рев? Привет! Ребята, сейчас я представлю вам своих друзей. Это Рев. Он очень любит веселье, и для него нет никаких преград. А это его лучший друг Рамбл. Это мощная вездеходная машина со множеством крутых функций и повадками собаки. Рамбл отличный друг, который всегда выручит в трудную минуту. А это Эйвери. Лучшая подруга Рева. Они обожают соревноваться друг с другом. А еще она отлично разбирается в технике и может усовершенствовать любую машину. Лучшая подруга Эйвери – Элли. Машинка с повадками кошки. Кстати, а где она? Элли! Ну ты и напугала меня, Элли. Проказница. Элли очень любит играть в прятки, но не любит воду. Поэтому даже не пробуйте ее помыть. А это Оуэн. Он любитель скорости. Если что-то можно сделать быстрее, он это сделает. И его гоночная машина Крэш. Не поверите, но он больше всего похож на лягушку. У него такой же быстрый язык. Смотрите. Вот видите? Когда рядом Крэш, следите за своими сладостями. А это Лори. Она никого не оставит в беде и всегда поможет. И ее верный компаньон Типпер. На него всегда можно положиться. Он большой, сильный, надежный, как рабочая лошадка. Ну, а это Бо. Он мечтает стать пожарным. Его верный друг Сприцер. Застенчивый и осторожный. С повадками слона. Он очень любит применять свой шланг с водой по каждому малейшему поводу. Только не надо сейчас, Сприцер, хорошо? Ну вот, кажется, я со всеми вас познакомил. Вадик, а где твои друзья мимимишки? Не знаю. Наверное, у них появилось какое-то очень срочное дело. Нам придется построить трамплин без них. Хорошо. Ребята, за работу. Погнали! Жух-жух! Стойте! Стойте! Что вы делаете? Мы так никогда ничего не построим. Нужно действовать сообща. Я понимаю, что вам хочется веселиться, но посмотрите, вы сломали кран. Прости нас. Ну ладно, ладно. Спицер может вас отмыть. Нет, 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 стойте, стойте, нет, не надо. Спасибо, Спицер. Рамбл заменит кран. А так давайте делать все по плану. Ага. Так, трамплину нужен фундамент, а фундаменту песок и вода. Рев, вы увозите кран,
Лори, вы везите песок, а Спицер, поможешь с водой? Меня больше мыть не надо. Вода нужна для фундамента. Бо! Бо! Хороший Спицер, хороший. Да то он шутит, играет. Ближе, ближе. Еще, еще. Стоп! Теперь делаем основание. Ну что, ребята, молодцы! Мы построили самый большой трамплин в городе. Ну, кто готов прыгнуть первый? Как классно! Друзья, напишите в комментариях, кто вам из наших помощников понравился больше всего. Реф и Рамбл, Оуэн и Крэш, Лори и Типпер, Бо и Спритцер или Эвери и Элли. Кто напишет больше всего комментариев за своего любимого героя, тому я отправлю игрушку в подарок. Эксперимент закончен. В невесомости трудно играть в настольные игры. Да, особенно трудно кидать кубик. Мы так и не выяснили, кто будет ходить первым. Кеша, Тучка, вы где были? На орбите. Потом там вокруг Луны пару кругов сделали. Давай делать трамплин. Мы уже все сделали. Как? Без нас? С ребятами из Рэф-н-ролл можно воплотить самые безумные идеи. Так что теперь мы всегда будем веселиться с этими машинками. Ребята, вы были на канале Мультимир Шоу. Ну, как всегда, смотрите наши выпуски здесь, здесь, здесь и здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока!